Добрый день, меня зовут Сергей, и я являюсь представителем испанской компании «Закат». Мы производим технику «Закат» и экспортируем ее практически во всю страну. Это видео мы снимаем специально для группы промышленного выращивания чеснока по просьбе наших друзей, а именно первой чесночной компании, которая находится в Кубе. Наша компания имеет довольно длинную историю производства техники по выращиванию и переработке чеснока. Свою деятельность мы начали порядка 40 лет назад. Сначала с помощью французской компании «Эрме», и потом уже сами, как непосредственные изготовители. На этом плане вы видите обычные уборочные локальные комбайны, двухрядные. Машины практически готовы. Необходимо установить шланги гидравлики, и машины пойдут в серию. На заднем плане хотелось бы показать вам, наверное, одну из лучших машин на сегодняшний день. Это тоже специальный комбайн трехрядный. Тандемной схемы. Этот комбайн гарантирует очень качественную уборку. И кроме того, на порядок высшую скорость количество убранного чеснока с гектара, в отличие от других схем. Сейчас мы пройдем с вами все. Мы находимся в пути по сборке ботаничных машин, а также техники для просто переработки. То есть дробление, обработки, классификации. Турбины, машина не имеет федеральных на сегодняшний день по качеству потока. Здесь мы видим обычные глаза. Перехрядная сажалка. Уверяю, что опять не будет. Машина практически готова для отправки клиента. Хватает только основных клиентов. Здесь вы видите уже восьмирядные машины, которые тут находятся. До работы еще одна четырехрядная машина. Если говорить о преимуществе нашей машины перед конкурентами, то это прежде всего это турбина. Это основной механизм, который делает нашу коробку лучше. То есть всасывающий момент, который он оказывает на семена, наиболее лучший и наиболее благоприятный. Как таковое отсутствует потери какого-то материала при компании.